Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Быстров, мне 12 лет, мой рост примерно 1,50 м, 1,56 м. Я учусь в школе рисования, несколько раз мои художества своего худо выставлялись на показ в этой же самой школе, и несколько моих работ были отправлены на региональный конкурс. Одна из них заняла призовое 3-е место. Тема была пейзаж летний. Там мы как раз-таки я нарисовал там лес, насколько я помню, работа красками, смоляными, насколько я помню, но это не точно. Вот. Вообще мне не очень нравится рисовать красками, поскольку это довольно муторно. Больше мне нравится графика. И поскольку там я могу рисовать четкие линии, и это, можно сказать, будет... Ну, мне нравится это.